Буквально каждый день в течение прошедшей недели на территории городского округа Мытищи происходили пожары. Так, в понедельник, 11 ноября, в 7 часов вечера горела баня в микрорайоне «Дружба». К моменту прибытия пожарных подразделений было установлено задымление вокруг бани. В результате пожара баня выгорела на площади 5 метров квадратных, пострадавших нет. На следующий день в деревне Подольнихов 21:37 загорелся двухэтажный кирпичный дом. Была угроза распространения огня на все здание. Предварительная причина пожара – короткая. Короткое замыкание электропроводки. К моменту прибытия пожарных подразделений горел утеплитель в мансардном помещении. В результате пожара в мансардном помещении утеплитель выгорел на площади 8 метров квадратных, пострадавших нет. 13 ноября в 15:58 на пульт пожарной охраны поступил вызов по адресу улицы Вероволошиной, дом 56. Горел багажник автомобиля Ford Focus. В результате пожара багажный отсек выгорел на площади 1,5 метра квадратных, пострадавших нет. Через пару дней пожарные расчеты по сигналу тревоги отправились в СНТ метро вагон «Маш» на улицу Яблоневую. Горел частный двухэтажный дом, две пристройки и щитовая. На момент прибытия существовала угроза распространения пожара и на соседний дом. Постройку удалось спасти. В этот же день поступил еще один вызов. На пункт СПЧ-17 поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу Олимпийский проспект, дом 15, квартира 48. Когда огнеборцы прибыли на место, наблюдалось сильное задымление квартиры. Как выяснилось позже, в одной из комнат загорелся диван. В результате пожара погиб человек. Всего на прошлой неделе с 11 по 17 ноября помощь пожарных потребовалась 28 раз. Порядка 17 вызовов были ложными. Кирилл Тридуп, Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День».